ноябре 2022 года я опубликовал свою первую игру на платформу Яндекс.Игры. С этой платформой я работал в течение 7 месяцев, и сегодня я расскажу, почему я не планирую делать какие-либо проекты для этой платформы в ближайшее время. Я поделюсь своими выводами, которые были сделаны при работе с EA, а также я попросил ребят из моей команды рассказать о том, что они поняли при разработке игр для браузеров, а заодно и что думают другие разработчики на Яндекс.Играх. Ну и насколько это возможно, постараюсь дать какие-то субъективные советы от себя для новичков. Вы на канале VLY Studio, а мы начинаем. Давайте погрузимся в самое начало моего пути. Из-за проблем с аккаунтом разработчика Google Play мне стало необходимо выбрать хоть какую-то площадку для моего первого релиза. В тот момент я узнал про Яндекс.Игры. Хочу сказать, что платформа отлично подходит для тех людей, кто только заходит в геймдев. Загрузить Яндекс SDK и добавить рекламу не так сложно, тем более у Яндекса есть вся необходимая инфа в туториалах. Но правда ли Яндекс.Игры такая идеальная платформа для новичков? Давайте подумаем, что вам может принести публикация своей первой игры туда. Сейчас я говорю вообще про самую первую игру. В моем же случае это был мой первый релиз. Не путайте. Так вот, здесь все индивидуально. Если вам порекомендовали Яндекс.Игры, я подчеркну, что вы нацелены на работу в долгую с браузерными играми, то, конечно, без проблем, нужно с чего-то начинать. С одной стороны, Яндекс.Игры интересны в аспекте того, что уже в процессе работы, когда вы только заходите в геймдев, то вы можете изучать движок, учиться работать с графикой и параллельно публиковать свои шедевры. Но если вы в геймдеве не только ради денег, то не дайте Яндекс.Играм сбить ваше направление. Я сейчас говорю о разных аспектах. Чисто с технической точки зрения, WebGL ограничивает некоторые возможности, если сравнивать даже просто с мобилками или ПК. Но это ладно. Писать свой идеально чистый код по наставлениям Романа Сакутина вы можете в любом проекте. Но тут другой вопрос. Готовы ли вы делать игры про Хагиваги, Нубика или Скибиди Туалет? Да я понятия не имею, готовы ли вы. Кто-то выгорел после сложных проектов и разочаровался в геймдеве, кто-то не понял, как сочетать творчество и бизнес. А я скажу, что в геймдеве это одно из самых важных умений. Да, возможно, вам просто нужны деньги, но вообще, кому они не нужны? Но пока я ставлю что-то большее в неблизком будущем выше доходов прямо сейчас. Хотя, это правда только отчасти. Давайте разберем мои игры на аккаунте Яндекса. Archer's Way. Игра неплохая вышла, все же как-никак я работал над ней год. Arrow Storm я делал для практики скиллов в Unity и C-Sharp. Night Racer – классный проект с моей командой, делали мы его 3 месяца. Для Яндекс.Игр это дохрена, так что, ребят, пока у вас нет успешных проектов и понимания ниши, я не советую вам тратить больше 2-3 недель на одну игру. А дальше начинается интересное. Тест по Ведьмаку делался за 3 дня с мыслями, ну на Яндекс.Играх всякое говно заходит, вот и мой тест зайдет. Но вообще, знаете, это мой самый успешный проект на Яндекс.Играх по статье доходов. Гребаный Ведьмак начал взлетать в июне, хотя я его выпустил в январе. А все из-за нового сезона сериала, и великий Геральт принес мне аж 1000 рублей, вот это да. Number Attack. А тут я чисто купил неплохую игру за 20 баксов, это была уже готовая игра, сет. Но оказывается, детям не интересно заниматься размножением букв и убивать цифры. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Их и так в школе со всем этим достают, они, блин, хотят поиграть немного, пока информатичка не видит. А там цифры, буквы какие-то, в общем, ну нахер. Как вы поняли, успеха на Яндекс.Играх я не добился. Но да, пара игр создавались чисто для денег. И сейчас вы можете написать коммент, сам провалился и теперь жалуется. Ну вперед, ваше право. Однако за то время, пока я работал с этой платформой, у меня сложились некоторые представления насчет EA. Так что первое, если хотите хоть что-то заработать, то ориентируйтесь на аудиторию. Она будет играть в ваши игры, не вы сами. Если придумали идею, то детально представьте, кто, сколько и зачем будет играть в вашу игру. Основная аудитория Яндекс.Игр – дети. Ну, скажем, 6-14 лет. Так что нужно быть в движухе. Если у вас есть младшая сестра, брат, который играет на Яндекс.Играх, то посмотрите, во что они играют. Можете ходить по школам и приставать к детям. Да не, в другом смысле. Приставать с вопросом, во что ты играешь, можешь в мою игру поиграть? Вообще, если вы учитесь в школе, то план рабочий. А если вам под 40, то у охраны могут возникнуть некоторые вопросы.
Если вы не хотите делать игры про хаги-ваги или нубиков, то, во-первых, подумайте еще раз. Но если же вы выбрали сложный путь самурая, то вперед. Высший пилотаж – это когда ты можешь наслаждаться процессом создания игры и при этом попадать в свою аудиторию. Суть вы поняли. Но вообще, если вы фанат хаги-ваги, то почему нет? На самом деле тут очень зависит от того, как вы воспринимаете сам процесс. Второе. Не выпускайте сырые игры на платформу. Яндекс дает вам один шанс. Вот 2 недели у вас игра в новинках. Дальше, если у вас нет неплохого удержания... Да, вообще одна из самых важных метрик – удержание. 7-10 минут, и после выхода из новинок ваша игра должна остаться на плаву. Конечно, есть какие-то исключения, что игра потом может обрести второе дыхание. Например, после анонса нового сезона Ведьмака или что-то типа такого, Ведьмак стал зарабатывать раз в 10 больше и пока держится на этом уровне. Но постарайтесь выложить сразу хорошую игру. Конечно, косяки можно допиливать уже когда игра опубликована, но убедитесь, что это не влияет на ключевые фишки или геймплей. Ну и самое главное, подумайте, того ли вообще вы хотите? Я выступаю за то, чтобы люди пробовали как можно больше интересных вещей, полезность которых может быть незаметна прямо здесь и сейчас. Но все же иногда нам нужно сфокусироваться и использовать время с максимальной пользой. Так что если вы хотите делать реалистичные шутеры для Nintendo, то Яндекс.Игры вам вряд ли сильно помогут в этом. Но повторяюсь, для начала вариант совсем неплохой. Но главное не останавливаться на нем надолго. Последнее, что я хотел бы затронуть, это финансы. На Яндекс.Играх можно зарабатывать совсем неплохие суммы, но нужно погружаться в это. Если игра выстреливает, то она выстреливает из-за чего-то. И чтобы понять, что и как, тоже требуется время. В основном у Гришакова много материала по всему этому, пересказывать все не буду, кому надо, тот найдет. Только сейчас вспомнил про одну штуку, юзайте плагин для Яндекс.Игр. Жаль, я сам об этом поздно узнал, но он сильно сэкономит ваше время. Ссылку оставлю в описании. Ладно, я также попросил моих коллег, с кем я делал Night Racer, высказать свои мысли по Яндекс.Играм. Так что передам микрофон Диме. Как говорят, новое – это хорошо забытое старое. Так же и с Яндекс.Играми. Думаю, все помнят времена, когда мы сидели и играли на различных сайтах в интересные игры для того времени, работающие в основном на кривом флешплеере, земля и пухом. В те времена я не успел застать как разработчик, только как игрок, но смею предположить, что многие разработчики неплохо так наварились на этих игрушках. Но сейчас, 2023 год, и ситуация в индустрии сильно отличается, и в таких условиях Яндекс имеет свой потенциал в играх для детей или людей с не сильно развитыми умственными способностями, ибо я не думаю, что подросток или взрослый в здравом уме будет в такое играть. Единственное, что каждому разработчику придется искать свой способ заработка на конвейерном производстве игр под ЕИ, а об уникальном геймплее никакой речи не идет. На такие игры уходит много времени, а Яндекс такого не терпит. Так что я вижу потенциал только в заработке и в основном только в случае, если вам удастся создать уникальную игру, которая раскрутится, а затем будете каждую неделю выпускать такую же игру, только с одной или двумя измененными механиками, соблюдая проверенную концепцию игры. Окей, спасибо, Дима. Давайте немного подытожим всю инфу, сказанную в этом видео. Яндекс.Игры – неплохая платформа для новичков в геймдеве, особенно если вы нацелены на браузерные игры. Она предлагает легкость в использовании, доступные туториалы и возможность бесплатной публикации игры. Однако за это вы поплатитесь своими нервами в войне с модераторами. Также она имеет свои ограничения, такие как ориентация на преимущественно детскую аудиторию, ограниченные возможности в WebGL и конкуренцию со множеством игр низкого качества. При выборе Яндекс.Игр очень важно продумать подход к вашей аудитории и создать залипательную игру с хорошим удержанием. Пока вы еще не ушли, упомяну наш телеграм-канал, где мы делимся всеми новостями нашей инди-студии. К слову, в команде из 10 человек сейчас мы находимся на начале разработки большого проекта, посвященного эпохе охоты за золотом на Аляске. Так что будет интересно.
Но это не единственное, чем наша студия будет заниматься. Также было основано новое направление, которое будет разрабатывать игры для AI. Следовательно, сейчас мы в поиске двух талантливых разработчиков, которые хотели бы приобрести опыт работы в команде и при успехе игры заработать немного денег. Если вас заинтересовало мое предложение, то заполняйте заявку по ссылке в описании, сразу после этого я с вами созвонюсь. Время прощаться до следующего видоса, надеюсь, увижу вас в ТГ. Подписывайтесь, здесь пишется история инди-геймдева.